Всем привет! С вами магазин мотоэкипировки FlipUp. Меня зовут Филипп, и сегодня мы поговорим с вами о текстильной мотокуртке Sweep Summer Sport. Вообще, текстильные мотокуртки – это одни из самых востребованных товаров на рынке мотоэкипировки. Дело в том, что текстильные мотокуртки гораздо более универсальные, нежели кожаные мотокуртки. Зачастую в них уже есть и подкладки, и все прочее, что позволяет их более универсально применять в повседневности. Несмотря на то, что сейчас уже зима, все равно мы решили все-таки вернуться немножко к теплым денькам, к необходимости в покупке мотокуртки для летнего сезона, потому что, в принципе, в основном у нас все ездят летом, и плюс ко всему, это самая востребованная куртка, которая вообще у нас есть. И вообще, запрос на самую продуваемую куртку очень частый. Ну и Summer Sport — это максимально продуваемая куртка с наибольшим количеством защитных вставок. Итак, при детальном рассмотрении мы можем увидеть, что большая часть этой куртки состоит из сетчатого волокна. Сетчатое волокно есть на руках, на груди. В общем, все, что направлено к ветру, продувается практически насквозь, создавая сквозной эффект и максимально охлаждая тело. Фишка текстильных курток в том, что они очень унитарные. Их можно подогнать практически под любой размер и фигуру. Главное выбрать приблизительно свой размер. И здесь есть различные ремешочки на талии, на руках, на груди, которые помогают максимально ее подогнать. С кожаной курткой такое может вообще не сработать, потому что ее нужно подбирать прям точь-в-точь, а еще чтобы она была поменьше. Защитные вставки в этой куртке есть практически везде. Сразу же с корабля на бал, на плечах и на руках защитные вставки D3-ошные. Однако вставки в спину, вставку в грудь нужно докупать отдельно. Внутри мы также видим продуваемую насквозь сеточку. Видим отделение для грудного кармана, сзади на спине есть отделение для спинного отдела и карманы для телефонов. В принципе, могу сказать, что эта куртка воду практически совсем не держит, собственно говоря, в силу того, что она для этого не предназначена. И еще, практически на всех текстильных куртках есть светоотражающие полосы, которые отлично видно в темноте. Однако, те мотоциклисты, которые берут себе текстильную куртку, они уже склоняются в своем сознании уже в сторону того, что типа отойти уже от вылизывания своего внешнего вида и стремятся к максимальной унитарности, универсальности, к максимальному прикладному, скажем так, применению курток. Здесь вот отражающий полос вообще очень маленький, их довольно слабо видно. Если бы я себе брал текстильную куртку, я бы вдоль и поперек ее обклеил светоотражающими полосами. Собственно, как я и сделал со своим шлемом, в том, чтобы носить светоотражающие какие-то частицы, нету ничего страшного. Во-первых, со стороны вы себя не видите, а на дороге важно, чтобы на дороге вас видели другие. Кому мы рекомендуем эту куртку? Мы обычно ее не рекомендуем, ее сами у нас просят. Те мотоциклисты, которые берут Summer Sport, они точно знают, что им от текстильной куртки нужно. Максимальная продуваемость, при этом не теряя при этом в безопасности и в количестве защитных вставок. Ссылку на данную куртку мы оставим в описании. На этом мы заканчиваем. С вами был Филипп, канал магазина FlipUp. Подписывайтесь на наши обновления, жмите на колокольчик, ставьте лайки и до скорого!